Всем привет. Всем привет. Меня зовут Кирилл Овчинников, и я занимаюсь в данный момент Edge компьютерным зрением. И теперь представим моего коллегу. Да, меня зовут Григорий, я работаю в компании МТС. Сегодня я выступаю в роли эксперта. Теперь давайте посмотрим, как же мы сделали обработку и проверку данных для компьютерного зрения в офисах продаж МТС по всей России. И перейдем к презентации. Как вы все, наверное, знаете, уже долгое время компании, связанные с ритейлом, со сферой продаж, начинают внедрять алгоритм компьютерного зрения в свои процессы. Такие бренды, как Amazon, такие как X5 Retail Group и даже Азбука Вкуса уже заменяют такие процессы, как кассиры, как охранники и на систему компьютерного зрения. И сейчас вы уже можете прийти в магазин, взять товар с полки, положить его чуть ли не в кармане, даже съесть его, выйти спокойно, это все без охранников, без кассиров. И у вас с помощью системы распознавания лиц, системы распознавания товаров, системы распознавания скелетов уже все найдется, какой товар вы взяли, автоматически спишутся деньги. Но мы компания с Силиковым. Как мы это могли к себе внедрить? У нас есть большое количество салонов продаж, в которых вы можете оформить сим-карты, можете купить телефон, а также разные товары с умным домом в МТС. И нам бы очень хотелось провести какую-то аналитику в этих системах, в этих магазинах. Это какой магазин больше пришло людей, в каком магазине в процентах больше удалось продать новых потенциально выгодных тарифов. В какой магазин лучше завести новое оборудование и в какой магазин сделать тот самый новый товар. Также с помощью системы компьютерного зрения мы бы хотели понять, как расположить полки в наших магазинах, куда поставить там самый модный телефон и в каких стенах сделать самую лучшую рекламу. Именно для этого мы использовали систему компьютерного зрения на Edge-устройствах. И уже в данный момент мы реализовали такие алгоритмы, как подсчет посетителей, как определение свой-чужой, как определение товаров, который стоит на полках, и все это во многих салонах. Мой доклад будет разбиваться по следующим стадиям, так же, как мы его разрабатывали. Это от R&D и до сотен устройств. Первый же этап – это, как всегда, такое должно быть сделано, это этап исследования. Перед нами стояла самая первая, самая такая простая задача – это, по сути, посчитать людей, которые есть в салонах. Для этого мы должны были определить человека сверху, вид сверху, затречить его, понять, что он прошел через вход или через выход, и, соответственно, добавить его в аналитику, как вошедшего или вышедшего. Мы посчитали, что это будет самые хорошие начальные условия, потому что это легко реализуемо, для этого легко найти нейронки, и вообще это даст еще очень большую потребность бизнеса закрывать в виде подсчета людей. Варианты решений, которые мы рассматривали, их было три. Это, по сути, была большая система, большой сервер, который бы обрабатывал бы все салоны. Это были кластерные решения, это в виде там, ноутбука, как использовать тот же X5, который ставится на один магазин или на сеть магазинов, чаще всего по географическому признаку. Либо это Edge-решение, это маленький микрокомпьютер. У каждого решения есть свои достоинства и недостатки. И дальше я расскажу, как мы перешли к тому, с чем мы работали. Начали мы, конечно же, серверное решение. Это, по сути, такое кольцо всевластия, которое позволяет полностью все зациклить на себе. И с ним еще и хорошо, потому что если у вас есть сервер, даже если вы не сможете запустить в нем инференс, всегда на нем можно запустить обучение, добавить вашу модельку и сделать ее лучше. Соответственно, серверное решение имеет свои плюсы. Вы можете получать все данные на нем, на которых вы строите аналитику. Соответственно, если что-то из этого не получилось, вы всегда можете на них дообучить. На едином сервере его очень легко обслуживать, на него легко накатывать код, и на него легко делать какую-то починку, потому что сервера стараются делать очень легко обслуживаемыми, и для них есть специальные админы. Но так же, как у лица всей власти, которая всем рулила, у сервера есть свои недостатки. В первую очередь, это проблема со стоимостью. Потому что если бы, предположим, мы запускались больше на 10 салонах, нам все равно необходимо покупать целую большую машину. А так как по политикам тоже NVIDIA, мы сервер можем ставить только на настоящие серверные видеокарты, стоимость там, по сути, была несколько миллионов рублей. Следующее, и что еще более важно, это проблема с приватностью. Так как если вы получаете все данные, на которых вы строите аналитику, то, по сути, вы видите все, что происходит во всех офисах,
то, что происходит везде. Вы видите это именно RAW-данные, потому что иначе вы не сможете посмотреть аналитику. И в этих RAW-данных может быть то, как человек подходит к банкомату, то, что он там вводит, и вся приватная информация из офисов. По нашим подсчетам, стоимость одного сервера для запуска просто одного детектора на 500 точках составляла 4 миллиона рублей в год. Это в случае, если мы бы покупали по модели подписки. В случае же покупки своем сервере, это необходимо было его обслуживать и куда-то ставить. Поэтому мы взяли себе маленький сервачок, на котором мы продолжали делать обучение, и решили закрывать другие проблемы, в том числе приватность. И для этого мы обратились к опыту наших коллег с локальным решением. Как вы можете видеть, локальное решение – это чаще всего обычные консюмерский, так сказать, ноутбук, либо компьютер с видеокартой, самый обычный 1080, 1060, 2060, который ставится на несколько салонов, который ставится на несколько камер, и на них просто обработка. Такое решение позволяет делать более гибкую интеграцию, так как вы можете легко масштабировать его, если вы там хотите добавить 5 салонов, просто покупать еще один ноутбук. Оно позволяет легче разрабатывать, потому что вы разрабатываете, по сути, под обычную систему x86 и x64. И, что самое важное, оно еще закрывает проблему приватности, потому что этот ноутбук может располагаться в одном из салонов, кому-то принадлежащих, и информация этого ноутбука может никуда не уходить. Вся обработка заканчивается на нем, и на нем же все остается, все сырое видео. Мы получаем только аналитику. Но это решение, когда мы его начали делать, мы даже купили несколько ноутбуков, мы столкнулись с проблемой жизни. Такой, что у нас еще есть ограничения на трафик. Про это иногда забываешь, когда ты сидишь в офисе и у тебя есть хороший интернет. Но по факту многие салоны продаж располагаются в отдалении от больших городов, и в них из интернета состоит обычно 4G модем. И когда мы поставили, хотели добавить его в кластер, один из таких салонов, оказалось, что мы в первые же два дня выбрали весь его интернет, там 2 гигабайта, и он, по сути, просто встали все продажи в этом салоне. Его интернет закончился. И мы тогда поняли, что это решение нам не подходит, потому что либо у нас кластера будет с одного салона, чтобы никуда оттуда интернет не тек, либо у нас, по сути, что очень сильно дорожит решение. Либо, по сути, мы будем очень сильно упираться в сеть, и таким образом мы должны усилить инфраструктуру сети, что тоже не входило в наши планы. Тут мы вспомнили, что у нас у каждого есть уже там готовое решение номер 3, это там SBC, это Edge Computing, это аналитика на микроустройствах. Вы прямо сейчас можете с этим столкнуться, если достанете мобильный телефон, там, не знаю, установите приложение Яндекс и направите на яблоко, и он там определит, что это яблоко, и даже подскажет, сколько у него калорий. Самое удивительное в этом в том, что на большую часть устройств это все будет происходить даже без интернета. Оно будет распознавание полностью всего в вашем мобильном устройстве. Когда мы это увидели и про это вспомнили, мы подумали, почему же не сделать так же? Можно просто использовать мобильные телефоны, там, не знаю, расставлять их в офисах и на мобилке все считать. Но мобилки оказалось не то, что нам надо, потому что они все-таки сделаны для красивого интерфейса. У них есть Android, который там процессы в бэкграунде, он может их просто гасить. Он начинает троллить под нагрева, и они просто не приспособлены к работе 24/7. Поэтому есть решение в виде маленьких микрокомпьютеров, которые даже сейчас стала такая самая новая штука. Это у них есть сопроцессор для искусственного интеллекта, на которых можно запускать как раз компьютерное зрение и даже там систему для распознавания речи. Но про это отдельно мы с этим пока не работали. Но как вы видите, их довольно много. Но мы пришли к одному из них под названием Jetson Nano, и вот можете посмотреть, с чего мы начали этот такой маленький микрокомпьютер. И закончил все это такой настоящий настоящее решение, приспособленное для продуктива. И как мы к этому пришли? Как вы видели, микрокомпьютеров существует множество. Есть даже вероятность, что кто-то из вас с ними работает, с таким как Raspberry Pi. И мы также, у нас есть, были в офисе те, кто работал с разными микрокомпьютерами, мы должны были решить, а что же мы будем использовать у нас в работе. Как минимум, самые популярные, самые известные, что на тот момент мы нашли, это были системы NVIDIA Jetson. Это было очень модное новое решение от Google, Google Coral. И также это всеми любимый Raspberry Pi, которую можно было бы ставить либо ее само по себе, либо с Neural Computer Stick. Это от MyVideos решение от Intel. В первую очередь мы решили, что будем выбирать по скорости. Мы открыли первый же там график в Google, там скорость сравнения различных скоростей работы нейронок на микрокомпьютерах.
и обнаружили такие вот красивые графики, как, по которым то получалось, что Corel UDF вообще всех рвет, что там Jetson надо тормозной, MyVideos там средненький. Но потом, когда мы погуглили чуть побольше, мы поняли, что таких графиков существует множество, и эти графики, на самом деле, у каждой компании вообще свои, и каждая компания по-своему их измеряет. Где-то получается, что вообще MyVideos самый хороший там по энергоэффективности, по скорости, где-то Nvidia Jetson Nano самый лучший, где-то Google Corel, и в этот момент мы поняли, что без того, чтобы купить все это оборудование и потестировать в настоящих условиях, мы не сможем дальше никак оценить на работу. Да. И следующее, это мы купили Кирилл, все такое оборудование. Да. Извини, а вот подскажи, вот эти графики, они вообще, вот что учитывают? То есть учитывают ли они, допустим, там, препроцессинг данных, какую-то постобработку, декодинг, или это вот просто изолированно только сети прогоняют? Что может быть мало информативно? Вот это как раз хороший вопрос, потому что вот на предыдущем графике, здесь как раз в чем и особенность, что здесь даже шкала основа такая, что миллисекунд на фрейм. Чаще всего это говорит о том, что по сути, это график именно измерения, сколько обрабатывается один кадр, один фрейм, именно в самой в нейросетевом процессоре. Но, как мы все знаем, недостаточно просто обработать кадр. Надо его подготовить, надо его преобразовать, надо сделать с ним какие-то другие операции, не связанные с нейронными сетями. И также сделать какой-то выход из этих нейросетей. И вот как раз некоторые графики включали в себя всю эту предварительную обработку, а некоторые графики нет. И здесь такая особенность, что, опять же, у разных систем, у них разные способы взаимодействия, там, по USB где-то интегрировано, где-то там оказалось память объединена, и все это очень сильно влияет на общую сумму работы и на общее впечатление от системы. И как раз это мы все обнаружили, когда вот все это купили и когда на этом начали тестить. Первое же мы купили, это был Google Corel, потому что мы очень на него впечатлились эти вот скорости, для того, как он работает. И когда мы начали делать покупку, мы обнаружили же, что это целое семейство. То есть есть как микроплата, так и есть вариант USB-свистка, и есть целое PCI-решение, чтобы интегрировать его в сервер, как отдельный сопроцессор для искусственного интеллекта. Мы купили себе обычную Google Corel плату, запустили на ней, и все было хорошо. Не настолько быстро, как в графиках, но было очень хорошо, нам все удовлетворяло, мы думали, все, мы нашли свою идеальную плату, на ней будем работать. Но здесь оказалось, что мы живем в реальном мире, где не каждую плату, которая тебе понравилась, можно купить. И противоречием оказалось то, что там есть, оказывается, своя шифрование, своя криптография, и вообще Google Corel, короче, не сертифицирован, и его нельзя купить там в нормальных промышленных масштабах. А так как мы решили выходить все равно там на сотни тысяч штук, нам было не очень хорошо, если мы будем покупать все из-под полы и даже без гарантии. Поэтому мы решили ограничиться теми платами, которые можно купить в России официально. Это был Intel MyVideos и Jetson, и Nvidia Jetson. Intel MyVideos была тоже интересная плата, с ней у нас несколько ребят работало до этого, и они сказали, что давай запускай на ней, Intel вообще молодцы, короче, они сделали свой крутой фреймворк OpenV, на нем все работает, может, не так быстро, как на Google Corel, но все будет круто. Мы их купили, мы купили целый россыпь Raspberry Pi, все это запустили, и все было бы хорошо, но оказалось, что их интерфейс, который USB, у него есть один, как говорится, фатальный недостаток. Он нестабильный. И когда вы делаете это в домашних экспериментах или там хотя бы пару штук, то, по сути, вам все устраивает. Это очень легко, круто, и можно всегда воткнуть его через USB-хаб, предположим. Или там разных есть много что решений. Но, по сути, USB, он, можно сказать, что там, шанс его поломки 1 к 10 в неделю на устройстве. И это кажется, что это не очень большой шанс, потому что там 10 недель проработает, один раз починишь. Но когда у вас становятся десятки устройств, по сути, каждую неделю надо хотя бы одно устройство приезжать и чинить, чтобы мы поняли, что мы не готовы с таким работать, и надо искать какое-то другое решение. И здесь мы обратились к платформе NVIDIA. Изначально мы не очень ее рассматривали, потому что это была самая, по сути, такая дорогая, самая большая плата, но потом мы, честно, просто влюбились в эту платформу. У NVIDIA есть целая россыпь карточек, это начинается Nvidia Jetson Nano, самая маленькая, это TX и серия Xavier, Xavier NX и Xavier большой. Они все отличаются в разы друг от друга по скорости. Jetson Nano там выдает под 15-20 FPS, а Xavier вообще под 600 FPS. То есть, по сути, можешь закрыть любую потребность. И здесь у нас тоже встал такой вопрос, а как же он так быстро работает? У нас есть большой настоящий сервер, на котором там супер дорогая видеокарта, которая стоит там, под сотню тысяч рублей, несколько сотен тысяч рублей.
и она выдает там всего лишь на 200 FPS. А здесь такой маленький компьютер, который там питается от батареек и выдает там 15-20 FPS. Оказалось, что все эти нейросети, их можно оптимизировать для того, чтобы запускать на мирах компьютеров. По сути, вы там запускаете их только инференс. Это означает, что вы даете туда сырые данные в виде видео и получаете какое-то структурированное. То есть там есть человек, нет человека, где он находится. Этот процесс инференс, его можно очень хорошо ускорить, потому что чаще всего сервера, чем хороши, на них можно делать еще обучение. И вот обучение — это медленный процесс, который чаще всего ускорить нельзя. И вот на NVIDIA Jetson NVIDIA представляет специальный свой фреймворк под названием TensorRT, который позволяет сократить так нейронку, сделать ее быстрой, маленькой, что он запускается на маленьких компьютерах и ускоряется там в сотню раз. На самом деле, мы потом в дальнейшем стали использовать это также для наших серверов, и там нам позволило очень хорошо ускориться, и именно для инференса мы в дальнейшем всегда использовали оптимизированные нейросетки. То есть у нас еще и этот SBC-решение, мы его успешно транслировали на сервер. Соответственно, мы протестировали, с какой скоростью у нас все будет работать, потому что мы хотели бы, конечно, на одном микрокомпьютере использовать не один детектор, потому что с одним детектором это было, ну, такое решение, как из пушки по воробьям. И мы были приятно удивлены, что большинство нейросеток на NVIDIA Jetson N, на самой дешевой модели, оно запускается со скоростью, которой может делать реал-тайм настоящий, под 10-30 FPS. То есть мы запускали даже по 3 детектора, там по средней скорости 5 FPS каждого, и получали хорошее вполне решение, реал-таймовое, и можно было строить хорошую аналитику. Теперь мы поняли, на чем будем разрабатывать, и начали увеличивать количество устройств. Для этого нам в первую очередь надо было понять, как мы будем обучать нашу модельку, потому что наша была, конечно, первая клевая идея о том, что давайте детектить людей сверху, и вообще сверху можем много всего узнать. Потом мы подняли глаза наверх и поняли, что у нас есть все камеры. Эти камеры безопасности, они стоят почти везде, и с ним можно получать много видосиков, там это очень удобно. И мы поняли, что нет, надо обучаться. Мы поставили в первые же салоны и выстроили такой процесс, что камера, она, по сути, записывает все, и все это передается на Jetson Nano с помощью JetStreamer. Дальше JetStreamer внутри делает батчи по одной минуте, которые объединяются в отрезки по 15 минут, и загружать все в S3-хранилище. В дальнейшем мы все это передаем на разметку, причем разметка у нас есть двух типов. Есть разметка всего видео, это когда нам надо понять, сколько на видео человек в сумме вошло, сколько вышло. И разметка отдельных аудиобоксов людей. И дальше все мы передаем в конечную базу данных, в которых мы делаем обучение модели и вообще смотрим, как у нас развивается наша модель. Здесь бы хотелось тоже остановиться на том, что почему вообще разделяем два типа отчета. Это и аудиобоксы, и именно люди в сумме. Потому что подсчет людей, он не состоит в том, чтобы просто замерить баундибокс человека найти. Как мы к этому тоже пришли и поняли, что ошибка складывается из двух ошибок. Это ошибка трекинга и ошибка детекции. Естественно, нам необходимо, поэтому были две разметки, и в дальнейшем именно работали с двумя разметками и оптимизировали два алгоритма. Кирилл, здесь как раз показано. Да. А подскажи, вот когда... Ну, разметчики, допустим, проверяют данные или там берут данные для того, чтобы доразметить их как-то. Вот как они это делают? Это происходит выборочно или просто берется какой-то промежуток времени и за все время они отсматривают видео? Да, то смотри, какой вопрос. Очень, на самом деле, хороший, потому что мы тоже к этому обратились. Мы же хотели все сделать ради приватности, и мы не хотели передавать данные разметчикам, данные на каком-то едином сервере держать. Но, конечно, первые... офисы. Мы сделали с полной договоренностью, что мы оттуда получаем все данные. То есть это были офисы у нас самые близкие, с которыми мы там могли договориться. В дальнейшем мы тоже хотели обучать нашу модель и смотреть, чтобы она работала хорошо. И в дальнейшем процесс был выстроен так, что мы делаем мониторинг входов-выходов, и менеджер салона может смотреть, сколько человек вошло, сколько вышло, и, по сути, какую-то ошибку мы предсказываем. Для того, чтобы посчитать, предположим, если там вошло 200 человек, а вышло 230 человек, наверное, где-то здесь есть косяк, и надо с этим что-то делать. Также менеджер мог просто взять и сказать, что давайте перепроверим, как вы мне считаете. Я вообще подозреваю, что вы у меня что-то косячите. У него есть специальный интерфейс, в котором он мог выбирать, сколько процентов всего видео отправлять в будущем, либо выбрать видео в прошлом, какой-то временной промежуток, и отдать нам на доразметку, на перепроверку. Соответственно, с этим видео мы могли уже полностью смотреть, доразмечать и вообще с ним все делать аналитику. Только здесь еще одна особенность. Мы еще внедрили такую систему в сам Jetson. Это мы на этапе
установкой Jetsona делаем, определяем специальные зоны, которые никогда не будут передаваться в разметку. Мы их там закрашиваем черным, либо делаем размытие. Это зоны, в которых есть банкоматы, и зоны, в которых есть какая-то персональная информация. То есть это может быть кассовая зона, это может быть зона банкомата, и вообще зона, где сам же владелец салона не хочет показывать, что там вообще происходит. Поэтому, да, разметчики на некоторых салонах сначала получали все данные по видео, а в будущем они получали только определенную выборку, которую им сам же владелец салона разрешит для разметки предоставить. Понятно. Вот так у нас происходилась модель, как мы в салоне получаем эти видосики. Камеры мы использовали обычные POE. Здесь такая тоже особенность, что изначально мы вообще хотели использовать камеры, которые работают в безопасности. Однако эти камеры чаще всего довольно сложно с ними работать, потому что они могут быть вообще аналоговые, и с ними вначале было слишком много, честно, проблем, чтобы с ними работать. Поэтому мы установили свои камеры, и опять вначале мы установили вообще USB-камеры. USB-камеры тоже были хороши, пока не казалось, что USB нестабильно. Потом у нас были камеры CSI, это камеры специальный интерфейс для камер, которые есть на Jetsonе. Они были очень стабильны, но у них оказалось ограничение, что максимум метр. А когда Jetson находится под потолком, и вот рядом с камерой находится, оказалось, что Jetson очень теплый, когда греются, и крысы очень любят, короче, погрызть провода, и когда у нас вышел из строя один из Jetsonов, потому что просто поела крыса, мы поняли, что нет, так нельзя. И мы перешли к POE камерам. Это камеры, самые обычные камеры видеонаблюдения, они с Ethernet-разъемом, и по Ethernet-разъем передается одновременно и питание, и данные. С них мы получаем информацию по протоколу RTCP, с помощью G-стримера на Jetson Nano. Соответственно, почему G-стример? Потому что он быстрый, надежный, и, короче, он умеет легко переподключаться, легко его настроить. Дальше все это сохраняется на самом Jetson на диске и передается у нас в S3, где у нас находится, который находится у нас в облаке. У нас везде используются различные временные промежутки у видео. С камеры мы сделали специальные отрезки по 1 секунде. Это тоже кажется очень незначительно, но когда вы начнете работать с аналитикой, на это надо обратить внимание, потому что мы вначале вообще не заморачивались, просто установили камеру. И оказалось, что у них есть такое понятие, как опорный кадр. И если у вас выпадает несколько пакетов, а Ethernet-соединение может быть не самое надежное, то вы теряете весь пакет с опорным кадром. И вначале они там стояли по 3, по-моему, или по 5 секунд. Соответственно, мы 5 секунд из видео теряли, а за 5 секунд, как оказалось, может очень много всего произойти. Человек может зайти, человек может выйти, человек даже может зайти и выйти, просто там спросить, не знаю, какая погода, и просто что-нибудь сделать. И 5 секунд оказалось для нас неприемлемым по потерям. Поэтому мы сделали секундные опорные кадры, секундные пакеты. Дальше на Jetson Nano мы все это объединяли в пакеты по минуте. Для нас это было важно, потому что мы вначале хотели тоже делать полностью реал-тайм. Это, по сути, как пакет идет, и мы в реал-тайме его распознаем, с ним работаем. Но здесь такая особенность, что если вы в будущем хотите заново перепроверять какие-то пакеты и заново там отрисовать бомбюбоксы, то с реал-тайме работать плохо. В реал-тайме у вас есть очереди, которые могут пропускаться, и бомбюбоксы могут вообще рассинхронизироваться по времени с тем реал-тайм, который у вас идет. И даже банально нет никакой синхронизации по времени, потому что на Jetson Nano нет собственных часов, собственной батарейки реального времени, и они могут плыть. Поэтому мы объединяли по минутам, делали уникальные идентификаторы, и получается, что у нас вся аналитика была с минутной задержкой. Мы копили минутный ролик, в дальнейшем его обрабатывали и пересылали одновременно этот ролик и одновременно сам Jetson Nano мы послали в S3. Также мы делали объединение по 15 минут для S3. Здесь тоже это такое через боль, мы к этому пришли, потому что 15 минут оказалось такое оптимальное время, что он не слишком большой ролик, и человеку не слишком, который все это размечает, сколько человек вошло, сколько вышло, не слишком муторно. Потому что когда делаешь минутный ролик, и получается иногда, что в перерыв между роликами человек просто заходит в дверь, и там, не знаешь, выйдет он или зайдет. На 15-минутных роликах таких там случаев, соответственно, в 15 раз меньше. И плюс, и мы вначале хотели вообще часовые ролики объединять, но час оказалось слишком много, потому что человек... разметчик. Он просто очень уставал, а разметчик вначале был мы. И мы очень сильно уставали и решили все-таки по часу смотреть, даже там с удвоенной скоростью. Это очень муторно, и глаз просто замыливается. Поэтому мы используем вот такие вот временные интервалы наших видосиков, чтобы получать оптимальную и скорость, и удобство, и потери. Вот так происходило до обучения в самом Сивате. То есть нам было важно определять, что есть человек, а что не человек. И
когда вы смотрите на это видео, иногда кажется, что можно просто вычесть, не знаю, в фоне и детектить, что что-то движется. Но также здесь не видно, вот хотя в самом начале видно, что у нас сдвигается коврик, а мы на этом начале очень сильно залетели, что коврики в разных салонах могут быть разные. И вообще оказалось, что в салонах происходит какая-то движуха, о которой, если ты смотришь 15 минут ролик, ты даже не догадываешься. Переставляются стеллажи, меняются рекламные плакаты. Вообще может даже просто поменяться чуть-чуть камеры и там поменяться наклону камеры, если там случайно шваброй заденет уборщица. Мы со всем этим столкнулись, и мне вот именно хотелось детектить именно людей. Иногда люди еще стоят очень плотно друг к другу, и это тоже была отдельная задача для разметчиков. И тут мы переходим к тому, как мы вообще решали, в какой момент мы сможем запустить. Мы, когда запустили на первых 5 салонах, мы попали, по сути, в такую как бы область переобучения, как потом оказалось. Мы натренировались, увидели, что у нас очень крутая точность, мы вообще все детектим, у нас все очень хорошо. Но здесь, после того, как мы добавили новые салоны, мы, на самом деле, нам уже бизнес говорил, давайте запускать вообще. Все круто же, у нас точность крутая, и вообще мы все детектим. Но после того, как мы добавили новые салоны, оказалось, что наша точность просто все сильно провалилась. Мы стали детектить людей там. Ну, короче, высота камеры поменялась, мы вообще перестали детектить некоторых людей, некоторые вещи мы стали детектить просто за людей, и все просто ушло. И здесь бы такая вещь, что надо всегда просить бизнес дать чуть больше времени на обучение, чуть больше времени на проверку, потому что в реальной жизни все может поменяться и стать все немного сложнее. Слушай, Кирилл, а вот ты сказал про, вот ты сказал забавный случай про коврики. А вот какие еще такие вот неожиданные моменты начали появляться с увеличением числа салонов? Ну, то есть, вот, может быть, какие-то более фундаментальные. Понятно, что там, если у тебя 10 салонов, то даже там коврики не могут лежать везде в одном месте. А вот какие случаи стали появляться, которых вы не знали, вот с при масштабировании? Ну, из такого самого забавного, у нас один салон был рядом со школой. И в этом салоне регулярно были куча детей, а знаете, дети, они очень маленькие оказываются и очень плотно, они все друг очень близко ходят. И, короче, мы перестали их нормально детектить. А еще было, предположим, девочка на самокате. И на этом самокате была то ли игрушка, то ли что, но почему-то вот эта девочка на самокате вот упорно не хотела никак детектиться. Она, по-моему, определилась чуть ли не как будто бы на тележка. Ну, то есть она как фон, все. Она туда-сюда ездит, а при этом никого нет. И мы на ней когда-то тренировались, оказалось, что, там, не знаю, мы вместо нее стали детектить там человека со шваброй. То есть, образно говоря, мы именно в царство переобучения просто упали, когда у нас наша нейронка стала детектить все. Про это у нас даже специально разработчик, он, знаете, что придумал? Он придумал, короче, он сделал фотки сверху собак, кошек, тележек и все прочее, и сделал, расширил наш датасет просто вклейками туда всех этих животных, предметов, всего такого прочего. И это, на самом деле, очень усилило нашу нейронку, и мы вначале думали, что она на самом деле точно, оказалось, что она на самом деле просто переобученная. И вот собаки, например, да. Собаки тоже оказалось, что в некоторых салонах разрешают заходить собакам в салон. Ну, это как бы противоречит всем правилам, но такое разрешалось, и мы их тоже начали детектировать за людей. Что как бы не очень хотелось бы для бизнеса, чтобы считать ключ собак, вошедших и вышедших. И мы столкнулись здесь тоже с такими задачами, как безопасность, вот этого именно хардвар, который мы построили везде. Потому что, когда вы работаете с сервером, или там, даже когда работаете, не знаю, с ноутбуками, их можно всегда куда-то спрятать. Они, это такая как бы вещь, вот сервер — это вообще идеально. Сервер находится в серверной, где есть пропускная система, где есть охранники, и вы вообще не придете, скорее всего, не придете, и не вынесете эту громадную коробку с собой куда-то. Соответственно, мы совсем с этим начали бороться. И в первом очередь, что мы начали бороться, как я до этого уже ответил, с тем, чтобы вот видосики, которые были на этих устройствах, они никуда не утекали. Потому что безопасность нам тоже сказала, что вы сразу становитесь, по сути, системой безопасности, системой видеонаблюдения, и хотелось бы, чтобы эти видео, они никуда не попали в ненужное место. Поэтому нам здесь надо было организовать VPN для всех устройств, нам надо было сделать, организовать там все доступы, по сути, получить там кучу сертификатов, и чтобы все эти устройства не передавали данные, когда это не надо, и передавали, когда надо, только в то место, которое защищено. Чтобы человек-разметчик, который тоже был там сертифицирован, короче, подписал все договора, только он мог видеть и, по сути, размечать данные с этих всех офисов. И, по сути, мы превратились в такую, не знаю, службу безопасности, которая стреляла за всем этим видео. У себя ее организовали. Вот как раз про то, как легко вынести это устройство, мы тоже обнаружили там в первых салонах.
когда к нам подошли, ну, они еще не знали, что это именно мы как по всей этому устраиваем, мы туда пришли, приходим как разрабы, как этот, установить все то оборудование, просто понастроить, нам же самим весело посмотреть, как все это работает. И нам некоторые сотрудники спросили, что это за вещь, а что она такая красивая, а что она такая дорогая, ее куда-то можно использовать или нет. И мы сразу задумались о том, что да, это же такой красивый маленький мир компьютер, который мы еще и говорим, что он искусственный интеллект на нем считается. И так и тянет его, наверное, кому-то взять, положить себе в кармане и уйти. Мы даже после этого никак его не найдем. Соответственно, мы стали озабачиваться тем, чтобы не просто не потерять микрокомпьютер, который нам, по сути, как бы потеря, но не сильно большая. Но также на этом микрокомпьютере есть куча данных. Есть видосики, которые исходят с этого салона. Есть весь наш программный код. А еще, что самое страшное, на этом микрокомпьютере есть доступы, по сути, до нашего сервера. Потому что этот микрокомпьютер имеет все токены и логин и пароль для того, чтобы нам загружать какую-то информацию. То есть они, по сути, могут там загрузить плохую информацию и сделать какую-то всплески в аналитике или какую-то неправильную аналитику нам сделать. Соответственно, это нам потери сильно увеличиваются. Поэтому мы озаботились и начали добавлять всякие системы безопасности, такие как ящики с ключами, такие как вот ящик с ключом как раз, который нам бы, чтобы там ключ хранился только у администратора магазина, чтобы его никто не мог взять. Мы там озаботились тем, чтобы люди его там, в принципе, он был некрасивый, чтобы он там был серенький, чтобы там было написано «опасно», кому там звонить. И чтобы внутри мы тоже озаботились тем, чтобы нельзя было просто взять и своровать его. Мы стали шифровать данные, и на случай его там угона, чтобы мы могли удаленно его стереть, удаленно его удалить. Кирилл, да? Вот смотри, ну, такой, может быть, чуть-чуть наивный пример, но все же, вот если я пробрался в салон, я там не сотрудник, я как-то вспорол этот ящик, да, достал это все железо оттуда, там подключился к плате, вот есть дальше что-то, что помешает мне получить код, может быть, узнать какие-то ключи, там, да, как-то поэксплуатировать начинку? Ну, это сложный вопрос, потому что даже как бы большие компании там, в виде США, не то, что мы... Знаете, вот в США недавно, когда уезжали из Афганистана, при этом был скандал, что они ставили устройство для сканера сетчаткой глаза, и оказалось, что через эти устройства они получили доступ ко всем базам данных по сетчаткам глаза. Им тоже приходилось судорожно там, удалять токены, удалять все доступы. Соответственно, мы как бы не хотели настолько быть открытыми, но и полностью защититься мы тоже не могли, потому что, соответственно, если ты получил полностью себе устройство, ты там сможешь как-то его взломать, если ты крутой хакер. Но мы реализовали такой механизм, что мы помечаем устройство как украденное, либо удаленное. Предположим, салон закрывается, либо там администратор увидел, что в салоне пусто, либо там перестали долгое время получать данные, мы там просим администратора проверить, устройство на месте или нет. Если устройство не на месте, мы делаем пометку «удалиться». Соответственно, в первый же заход устройства в интернет, если кто-то его там подключит в сеть, оно выйдет в интернет, оно, соответственно, по VPN выйдет хоть откуда. Мы просто возьмем и удаленно сотрем с ним вообще все. То есть мы там делаем, если так образно выразиться, rmrf/. То есть мы удаляем полностью всю систему, удаляем все ключи, удаляем все данные. И даже если человек просто угонит, его сворует, то это будет просто маленький микрокомпьютер, но красивенький, все. Но хотя бы без нашего кода, без всех наших доступов. Mm-hmm. Мы посчитали, что этого достаточно, чтобы закрыть самый базовый какой-то случай. Следующее, вот как раз я хотел говорить, это мы реализовали также мониторинг всех этих устройств, которые там были онлайн, которые были офлайн, чтобы в реальном времени можно было мониторить, если как недавно устройства выходили в сеть, вообще что с ними происходит, и хотя бы на таком банальном уровне, чтобы можно было понять, что они, их надо удалять, либо их надо как-то перепроверять. Там потом автоматизируют, что их надо автоматически удалять. То есть там через систему, через Jira, через систему учета, если там делать удаление, он сразу с ним все удаляется. И мы как бы в этот момент посчитали, что все, хорошо, можно запускаться. Ну и получили согласование безопасности. Но здесь крался еще другой такой подвох. В этом устройстве мы стали использовать 220. И даже хуже того, это устройство, оно довольно сильно нагревалось, то есть там под 60 градусов. И казалось бы, когда там работаешь в лаборатории или там работаешь дома, ну что там страшного, 60 градусов это очень много. Но когда это находится все в тесной коморке, а оказалось, что во многих салонах нет нормально большой серверной с хорошим кондиционером, а есть и на тесной коморке. А температура у нас летом была, ой, какая жаркая, там по 36, в некоторых местах там под 40.
И эти устройства очень сильно перегревались, и нам пришла безопасность, и, короче, начала спрашивать, а что вы делаете для того, чтобы там не случилось пожара? И нам пришлось сделать полную сертификацию, мы проанализировали, там, добавили вентилятор, проанализировали все его скорости, делали там определенный материал, с которого все должно делаться, и, в общем, и все наши разработчики тоже должны были пройти обучение по работе там, с пожаробезопасностью, с 220, ну, в общем, с хардваром мы не ожидали, что мы с ним столкнемся. Хотя это, как бы, сейчас кажется, что очевидно, но тогда было интересно. Когда же стало устройств больше, мы столкнулись с тем, что наш маленький сервер, он был не готов к такому большому объему информации, и устройства со всех сторон начали просто, короче, посылать мне все, что только возможно. И под все, что только возможно, я это имею в виду. Потому что, во-первых, просто очень много сети стало использоваться. Когда мы вначале испытывали наш сервачок, мы сделали, конечно, нагрузочные тесты, но они были нагружены только там, по сути, внутренности, какой-то там базы данных и внутренние алгоритмы. Мы не ожидали, что может упасть сама сеть, что сам сетевой стек в наших там серверах, в облаках все может не выдержать, но это ровно произошло. То есть оказалось, что надо еще делать сетевое масштабирование и по сети как-то разграничивать и усиливать наш сервак. Это там банально от 100 там, и там 500 устройств, это уже просто начали бомбить. Даже точная информация по мониторингу, когда там всего лишь мегабайт в день, мы там мониторим все, что возможно. Кажется, что это, ну, как бы метр в день, это вообще ни о чем. Но когда вы метр в день с 500 устройств, вы полгигабайта тратите только на мониторинг и больше ни на что другое. То есть не на базу данных, только имеется мониторинг. И у нас там маленькое наше место, оно начало все заканчиваться, и мы с этим столкнулись. Ну и следующее, о чем мы были вообще не готовы тогда, это, по сути, когда у вас есть какой-то естественный процесс, он чаще всего распределяется там, по Гауссу, ну, нормальным распределением. Соответственно, вы вот эти вот маргинальные, которые у него отсечки, вы думаете, что это как бы та вещь, которую можно легко устранить. Она как бы редкая, она случается там, не знаю, раз в месяц, и когда у вас мало устройств, всегда можно приехать, починить и вообще сказать, или вообще сказать, что это костыль, и там сверху чем-нибудь прикрыть, что, короче, будет работать так без этого. Но когда у нас там стали сотни устройств, оказалось, что, короче, они все постоянно присылают нам какие-то плохие информации. Некоторые устройства начали выключаться, то есть у них там начали перепады в электричестве. Мы тоже думали, что как бы электричество должно быть надежное. Оказалось, что некоторые салоны, они просто там в 11 вечера вырубается весь торговый центр. И все наше устройство, там вся обработка, все очереди, все посыпалось. Соответственно, также оказалось, что многие салоны, у них есть там очень плохой интернет, и мы стали терять пакеты. Причем не просто плохой, а очень плохой интернет. В некоторых салонах оказалось, что там, не знаю, уборщицы любят регулярно протирать камеры тряпочкой. Вот тоже никогда не думал, что там кому-то придет в голову брать и каждый день протирать тряпочку эту камеру. Но вот это вот все сбивалось, это у нас были постоянные выпады. И в этот момент мы поняли, что нельзя все вот эти вот редкие случаи делать костылями и как-то просто их, там, не знаю, говорить, что мы исправим потом. И надо было решать их все в нормальных процессах, чем мы и занялись. Мы дообучили нейронку, мы сделали процессы в том, чтобы, когда у него вырубается питание, мы сделали его безопасным по этому. То есть мы там перестали писать на SD-карту, чтобы она перестала выходить из строя. Мы сделали специальный алгоритм по детекции, что кто-то повернул камеру и что кто-то закрыл камеру, чтобы детектить, когда там больше, не знаю, ее случайно пронет или случайно чем-то замажет. И здесь мы перешли к следующему этапу, как вот со всем этой большой штукой, разросшейся, нам работать. Потому что у нас есть уже VPN-ки до каждой машины, у нас есть у каждой машины, по сути, несколько детекторов, у нас есть у каждой машины есть вообще своя версия того, какой на них код крутится, чтобы мы там проверяем, что на каких-то машинах новый код, на какой-то машинах старый код. И каждая машина еще появляется у нее свои конфиги. То есть где-то у нас есть замыливание зон определенные, где-то у нас есть высота камер, которую мы там тоже задаем. И вот нам надо было со всем этим вместе работать. Но началось все это, конечно, с коленочных решений, но мы поняли, что на больших объемах мы просто не вытянем. И мы тогда нашли что-то, что объединяет в себе все это. Таких решений несколько на рынке, но мы остановились на Балене. Балена нас привлекла тем, что у него мало того, что есть уже готовый VPN, у него есть готовые клевые там гид, что там можно на разные устройства по-разному. У него есть там клевый способ конфигурирования устройств и доставки до них нового кода, который там позволил не гигабайтами новый код загружать, там килобайтами.
У нее, мало того, еще есть своя операционка, которая настроена как раз на то, чтобы работать в максимально некомфортных условиях, которая по минимуму пишет на SD-карту, которая максимально работает в памяти и которая вся основана там на контейнерах. И нам эта система, она полностью устроила, полностью понравилась. Еще оказалось, что она очень хорошо масштабируется. То есть она бесплатная, может там по 10 тысяч устройств, надо просто сервачок докупать, там прям даже написано, как тебе докупить сервачок, чтобы все это работало круто и быстро. И нам вот она настолько понравилась, что даже тут записал, как на ней все круто работает. То есть вы просто там выделяете устройство, она сама же мониторит температуру, и вам делают уведомления обо всем этом, температуру устройств, сколько у них осталось памяти. Вы можете увидеть даже географически, где все эти устройства располагаются и как они работают. Более того, вы можете посмотреть логи полностью устройств, то есть там логи, в том числе с фильтрацией по времени. И самое крутое, что вы можете еще конфигурировать отдельно, как отдельные устройства, так и устройства объединять во флоты, ну, по сути, в такие в раи, и каждым этим роем управлять по отдельности. Они могут друг с другом связываться через эту балену. И следующее, к чему мы пришли, опять же, когда вот балену закрыли управление, мы поняли, что некоторые из вот этих вот особенностей нельзя закрыть ничем, кроме железа. И здесь мы пришли к тому, что мы полностью в нашу коробку добавили кучу-кучу дополнительных фич. Таких как Watchdog, это специальное устройство. Вот мы, я про него раньше не знал, оказалось, что оно очень популярно у тех же там, кто занимается криптой, и вообще, которым надо устройство, которое там работает стабильно сутками напролет. Это маленькая плата, которая надо раз, там, не знаю, в минуту ей говорить, что все хорошо. Если все нехорошо, она просто перезагружает все устройство. И после перезагрузки она чаще всего поднимается. Мы также полностью завели к себе POE, мы к себе завели всю сеть, мы завели к себе все 220. Таким образом, у нас получился такой ящик, как вещь в себе, который заводится только два шнура, соответственно, шнур, который от камеры, и шнур, который от питания. И это очень легко установить, и оказалось очень надежно и очень удобно. И следующее, когда мы все это установили, мы решили, как все это мониторить. Мы и раньше мониторили, но раньше у нас был мониторинг от той же балены, там логи, и мы иногда просто захотели смотреть, как все это у нас работает. Но когда у тебя сотни устройств, ты просто начинаешь путаться, и начинается все это не так хорошо, как тебе хотелось бы. И мы решили использовать такую схему, что мы на каждое устройство установили телеграф-агент, который собирал информацию полную по устройству. То есть его, сколько оно работает CPU, сколько оно работает памяти, как там работает сеть, как работают все контейнеры, внутри которых крутится наш код. И даже более того, мы туда добавили еще бизнес-фичи, то есть он также подсчитывал, сколько у нас вошло, сколько вышло. Также у нас он подсчитывал полностью метрики всех наших детекторов. Это какая очередь у детектора, сколько времени он потратил на обработку, и как все это вообще, в принципе, работает. Дальше этот телеграф, он каждую минуту записывался на внешние наши базы в виде инфлюкса. Эти базы были вначале одна, потом мы решили их несколько баз. Они друг с другом синхронизируются, и дальше у нас все идет в графан, где можно смотреть красивые графики, такие вот как бизнес. Это, соответственно, вошло выше там, в зависимости от времени. И графики по техническому обеспечению самого Джетсона. Это вот очереди, как он там загружен, какая у него температура и вообще что с ним происходит. Иногда на этих графиках мы вначале тоже думали, что это просто баловство, но это было красивое баловство. Ну, как мы видели все, мониторили, чувствуешь таким властелином всего твоего роя. Пока мы не столкнулись с такими проблемами, которые очень сложно решимы. В тот момент я даже впервые узнал такой термин, как Heisenbug. Это такой баг, который как бы есть и как бы его нет. И вот иногда бывает, что он еще появляется случайно, иногда бывает его, в принципе, не знаю, невозможно обнаружить. Но он через месяц может опять проявиться. Как у нас это было? Одна из проблем у нас была, что наша CUDA, а там в Jetson надо использовать самая обычная CUDA, как в больших видеокартах, наша CUDA, она периодически зависала. Там просто зависание с ошибкой, и просто Jetson вставал как вкопанный. Даже при загрузке мне не помогали. То есть вообще, что мы с ним делали, он не работал, пока мы там не отключали его сильно от питания и не включали заново. И казалось бы, ну все, мы пришли к финиту ля комедия, можно заканчивать проект, ну типа все, это все не круто, стабильно. Это можно было бы сказать так, если бы это было везде. А как у нас это было? У нас там было под 40 устройств, из которых на 5 эта ошибка повторялась каждый день, а на 2 эта ошибка повторялась, там, не знаю, раз в неделю. И мы просто были, короче, в отчаянии от того, что
как с этого вылечить. Мы там обдували его феном, мы обдували специальным нагревателем, мы меняли SD-карты. Мы уже там чуть ли не святой водой их обливали, чтобы только бы оно тут заработало, не упало. И что самое удивительное у таких ошибок, что иногда какие-то из этих методов как будто бы даже работали. Там под конец мы даже обнаружили, что если, там, не знаю, играть какую-то мелодию на вентиляторе там, с какой-то скоростью туда-сюда ускорять, замедлять, то оно как будто работает стабильно. Но оно все равно зависало. Мы уже обращались и в российские офисы NVIDIA, и в американские офисы NVIDIA, и как бы везде говорили, что какая-то странная штука. В американском офисе там даже уже были готовы установить там себе под несколько десятков устройств, чтобы у себя повторить банально эту ошибку. Но все оказалось и проще, и сложнее. Вышла статья научная, в котором как раз описывалась о проблеме CUDA на устройствах с разделенной памятью, то есть это когда одна и та же оперативка используется и для видеокарты внутри, и для ЦПУ, именно на ARM. И когда там используются докеры, в докере делаются определенные ограничения на время ЦПУ, а мы тогда сделали эти ограничения специально, чтобы как-то разграничить наши детекторы, чтобы можно было там запускать, и каждый из них в своей очереди бежал. Вот ровно в такой методике появляется эта ошибка. И для нас это был просто, не знаю, там взрыв мозга, что после этого, конечно, кажется понятно, что почему некоторые зависают, потому что там определенный детектор срабатывает чаще, чем другой, но при этом надо, чтобы там на очередь накопилось. Короче, мы решили тем, что там просто обновили докер и сделали другие ограничения. Но вот если бы это не было мониторинга, мы бы просто, не знаю, там стояли бы и вешались, потому что у многих устройств вообще непонятно, когда они перестали работать. Они могут быть как будто бы работать, но у них есть какие-то внутри скрытые ошибки. И вот мониторинг позволил это закрыть. Когда устройств стало много, мы столкнулись с еще большим количеством проблем. Но тут, слава богу, наши устройства были работающие, мы их все мониторили, на них там установились, короче, хорошие камеры, они там защищены от воровства, от пожаров, от всего, что же так могло с ними пойти-то не так здесь. То, что в реальной жизни не ограничивается там одним офисом или там одним типом офисов. Мы с этим столкнулись и обнаружили, что офисы бывают вообще без потолков над входом. Бывает, что потолки там, не знаю, там 15 метров. Бывает, что офис — это вообще островок, по сути. Там вообще надо понять, как вообще считать, что есть вход, что есть выход. Некоторые есть офисы проходные, то есть там две двери, и через одну вход, через другую выходите. У нас здесь стал вопрос, а кого мы, собственно, считаем? Тех, кто просто зашел, вышел. Но тогда у нас получается громадная цифра, которая ни о чем не говорят. И нам надо считать именно людей, которые сколько-то времени провели в офисе или там подошли к витрине. А также некоторые офисы у нас там вообще было, что в ряд стояли несколько разных салонов связи, и нам надо было понять именно, как определить людей, которые подошли именно к нам, или они там вернулись к нам, надо их считать заново или не надо считать заново. И здесь мы поняли, что текущие даже алгоритмы иногда не справляются, потому что просто геометрия сама поменялась. И мы здесь закупили много разных камер, и эти камеры начали детектировать, начали испытывать в разных офисах и вот в жизни, как они работают. Естественно, разные камеры принесли нам совершенно разные данные. И эти данные оказались настолько разные, что наши сетки вообще вначале переставали просто на них работать. То есть и тут к нам подошел разраб и спросил, а мы точно уверены, что хотим одну нейронку использовать на все на это? Потому что там фишай, и камера сбоку, и камера сверху, ну, там совершенно разные данные. И, конечно, круто одна нейронка, но иногда, может, надо все-таки несколько. И мы именно к этому пришли, что мы под каждую сейчас офис делаем свою камеру и свои же нейронки, свои алгоритмы. Соответственно, там у нас добавилось чуть-чуть проблем конфигурирования, но зато стало чуть надежнее, чуть точнее все работать. Ну и, соответственно, после того, как мы сделали всю нашу систему, и она там даже работала в большинстве своем случаев, и даже благо точно там у нас, короче, бизнес был рад, все, и все было хорошо, оказалось, что есть проблема еще и в самих людях. Я, конечно, часто говорю, проблема всегда есть в нейронке, в людях никогда нет проблем, но людям не всегда нравятся все эти нейронки. Как мы к этому пришли? Представляете, что мы стали обнаруживать на некоторых кадрах с видео, когда вот нам присылали видосики для доразметки, потому что они были неточные. Там, не знаю, зашло 100 человек, а вышло 80. И мы такие думали, там же нет никакого потайного входа, ничего такого, как же это произошло? Наши разметчики начали смотреть и увидели, что есть люди, которые заходят при входе и заходят в таком положении. Мы вообще просто, короче, смотрели на это и думали, что же происходит, почему так?
Может, там что-то снизу есть, может, там какая-то монетка лежит, может, там что-то, не знаю, написано. Почему такое вообще происходит? Мы долго вглядывались в камеру, там включали высокого разрешения, ничего нет, все пусто. Потом мы подумали, что, может, сверху у нас там есть ремонт, и там, не знаю, с потолка что-то свешивается, и самые высокие люди нагибаются. Соответственно, мы позвонили куратору на эту точку, он там говорит, нет, все хорошо, почему, не знаю, чем вы это спрашиваете, все хорошо работает. Все, камера на месте, потолок на месте. В чем проблема? Мы приехали тогда на саму точку и просто посидели, решили посмотреть, что же происходит. И представляете себе, некоторые сотрудники салона, они входили и выходили в салон, вот так вот, короче, пригнувшись. А иногда даже самые хитрые входили, короче, прямые, а выходили пригнувшиеся. Но мы просто, короче, подошли и спросили, а что вообще происходит, почему такая фигня? На что ответ нас, короче, поразил. Они, оказывается, все решили, что вся эта камера — это для учета времени сотрудников, потому что там многие из них много курят, и они решили, что им за это будет вообще вычитаться время из работы. И они вот придумали, кто из них сам умный придумал такую систему, что надо просто пригибаться, таким образом ты там будешь постоянно на работе. А самые умные, они даже еще брали сверху картонку, клали ее себе на спину, если эта картонка, короче, туда-сюда ходили. Потому что это вообще, короче, ни одна сетка такой не будет. Мы, конечно, вначале пытались договориться с куратором, чтобы он им объяснил, что так не надо делать, что мы их не детектим. Но потом мы сами себя услышали и поняли, что после того, как мы такое будем просить, они точно будут думать, что, во-первых, они нас раскусили, во-вторых, мы точно их детектим. И мы просто начали обучать нашу нейронку, и как бы, ну, люди так входят, так выходят, ну, ладно, когда-то им это надоест. Зато мы все равно всех считаем и, по сути, определяем, я не знаю, сколько вошло, сколько вышло в наш салон. И здесь бы хотелось тоже остановиться на этом, что это еще не первая проблема, с которой мы сталкивались, потому что многие говорили, зачем вообще такое, что надо как раз за все проще, стабильнее, ведь и раньше работало. И, наверное, когда вы запускаете какой-то проект, там, не знаю, на будущее, там, на тот же искусственный интеллект, на компьютерное зрение, чаще всего большинство процессов, они уже реализуются, и они уже как-то работают. И многие вас будут спрашивать, а зачем это надо? И не надо это, в принципе, делать, и без этого можно прожить. Но если вы уверены в том, что вы делаете что-то хорошее, а я уверен, что мы делаем хорошее с помощью нашего устройства, с помощью наших алгоритмов, мы будем представлять самый персонализированный, самый качественный сервис в продажах. То есть вы тоже точно сможете увидеть самый крутой смартфон, вы точно сможете, не знаю, прийти в тот салон, в который вы хотите ходить, а не тот, который располагается через 5 улиц, потому что там, не знаю, кто-то решил расположить. А здесь как бы все ходят, и мы его усиливаем. И если вы в это верите, просто продолжайте, и вы сделаете хорошую вещь. И вот бизнес у нас вроде оценил, и мы там следующая интеграция уже будет на несколько тысяч салонов, и вроде все хорошо, и я надеюсь, что у вас тоже все получится. Спасибо. Кирилл, спасибо большое за доклад. А вот здесь задали несколько вопросов в чате. Давай тогда тебе их сейчас озвучу. Вот первый вопрос такой, я его чуть-чуть перефразирую, чтобы не зачитывать полностью, с позволения автора. Вот. Вопрос такой, вот из доклада человек сделал вывод, что и обучение, и тестирование моделек наших, оно происходило на одном и том же железе, да, то есть, ну, там, допустим, на сервере, на котором все обучалось. Ну, и когда модель выкатывается в прод, выкатывается уже на конечное устройство, могут появиться некоторые нюансы и неожиданности, да, потому что тестировали не на этом железе. Вот вы как-то решали такую проблему? Прошу. О, это хороший вопрос, потому что вначале мы были, скорее всего, теми людьми, которые тоже не очень верили вообще во весь этот эдж. И мы вначале были, короче, за сервак, и казалось, что если оно медленно рассчитывается, то оно точно, зато оно точное. Там, типа, если ты работаешь вместо там 1000 кадров, 30 кадров, зато это круто и точно. И вначале я тоже там попросил у нас одного разработчика, типа, говорю, давай точно перепроверим. То есть там процесс трансформации для Edge-устройства, это называется конвертация. И я говорю, давай сконвертируем вот нейронку в несколько разных фреймворках, и там в том числе под Jetson Nano, там с различной точностью, и проверим, как оно плавает вообще, есть какие-то особенности выпада, и как вообще нейронка после этого себя ведет. Ну и оказалось, что для меня тоже неожиданность, что там разница по точности на всех датасетах, там, не знаю, в пятом знаке, в пятом что, то есть какая-то разница, но она настолько незначительная, насколько вообще возможно. И, ну, мы посчитали для себя, что вполне себе та же самая нейронка, и никаких особых случаев не появилось. Угу.
Понятно, спасибо. И вот вдогонку вопрос. Надо ли вам было делать какой-то специфичный препроцессинг одних данных перед запуском на них инференса? Да. В чем здесь заключался препроцессинг? Когда вы работаете с камерами, чаще всего вы, когда смотрите на глаз, в первую очередь хочется гнать хороший поток. То есть там, не знаю, 1280 на 720, чтобы все точно распознать. Для нас оказалось, что проще на самой камере, во-первых, уменьшать разрешение, чем нагружать дополнительным джетсом. То есть мы на самой камере делали самое маленькое разрешение, которое нам устраивало. Потом мы на самой же камере выбирали FPS, ровно такой, который нам нужен. То есть мы не делали никакого пропуска на самих джетсонах и как-то с FPS не считали. Мы делали все на камере. На самом джетсоне мы просто распаковывали RSSP-поток, собирали все это в MP4 файл, видосик минутный. И, соответственно, этот минутный видосик дальше ну, читали как видео, брав фреймы, ну и гоняли, делали предобработку для нейронки, которая у нас работала. Ну и все. В целом больше ничего такого. Ну, здесь же опять такая особенность, что вначале мы хотели вычитать фон. Оказалось, что лучше делать без этого. Лучше прям такой кадр, как он есть. Отдавать нейронку. Понятно. Спасибо. Так, ну, здесь пока в чате больше вопросов нет, но мы готовы с Кириллом пообщаться в дискуссионной зоне. Вот, мы приглашаем туда всех желающих, и там продолжим отвечать на ваши вопросы.